Дорогие друзья, об этой трагедии, наверное, знает уже вся страна, но мы все-таки решили об этом рассказать вам. Сегодня рано утром мы узнали о том, что 1 октября в Кремле пройдет большой концерт певцов шансона. На этом концерте все надеялись увидеть известного российского певца и музыканта Александра Зебаума, но сегодня рано утром он снял свою кандидатуру с выступлений. Подробностей никаких не было, мы решили сами узнать, что же произошло с Александром Зебаумом. С ним поговорить не удалось, его супруга сообщила нам о том, что Александр Розенбаум уже несколько дней чувствует себя плохо и намерен обратиться в больницу за медицинской помощью. Как будут обстоять дела дальше, мы узнаем уже в следующем выпуске, друзья. Смотрите наши новости, не переключайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте, что только мы можем рассказать всю правду о трагедиях шоу-бизнеса России. Спасибо вам, друзья, за всю вашу поддержку, спасибо вам за то, что вы подписываетесь на наш канал.